Всех приветствуем на нашем канале. Сегодня мы с вами пройдемся по территории, посмотрим, что, чего и как. Какая территория, что изменилось, что не изменилось. Ну что, начнем? Здесь основные корпуса. Там дальше идет столовая, ресторан. Там у нас сцена, бар и бассейн, подогреваемый бассейн с ротондой. Здесь нет, здесь не пробовал воду. В том бассейне пробовал. Я прям слышал эти мысли. Ну нет, вот этот бассейн подогреваемый, и бассейн с ротондой подогреваемый. А вот бассейн, который с горками, и следующий, тот не подогревается. Бассейн холодный. Ну, тебе кажется, наверное. Ну, по крайней мере... Не ледяная. Не ледяная. Ну, по крайней мере, я бассейн попробовал. Этот бассейн и бассейн попробовал, который с детскими горками. Есть отличие, но не такое уж колоссальное. Отличие по на ощупь, по теплоте. Поймай рыбку, получи приз. Стоимость игры 200 рублей. Но это платная уже игра. А мы с вами переходим в китайский дворик. Вот такая вот уютная территория здесь. Когда жарко, здесь, наверное, хорошо, да? Да, вижу. Лавочка, зона отдыха. Хорошая зона отдыха. Хорошие здесь делают фотографии. Мне бы в номер надо. Ну, пойдем на ту территорию, сходим и пройдемся и пойдем. Опять же новое введение. Это карточки на въезд и выезд. В прошлом году этого не было. Ну а здесь что-то новое строится такое. Это будет тип какого-то это. Ну, еще зала конференц, что ли? Ну, неизвестно. Когда сделают, тогда увидим. А здесь вот проходик закрыт, получается. Люди вон бегают туда-сюда. А так закрыт проход. Нет, туда не закрыт. Почему? Нет, давайте пройдемся. Мы пройдем чуть-чуть там быстренько. О. Там ступеньки пока. Да. Здесь катание на машинках. Игры разные, платные. Автодром, тир. Платные развлечения. Ну да, это уже платное развлечение. Ну должно же хоть что-то и быть и платное, наверное. Ну да, здесь такой идет работа.
Мне кажется, они его еще больше сделали. Да, они, похоже, достроили. Вот я говорю, было какое-то, можно посмотреть по старым. Да, надо посмотреть, свои старые видео поднять прошлогоднее и посмотреть, что здесь было. Да, не это было, но оно было маленькое. Так что, территория зеленая, ухоженная. Вот это вот, конечно, удобно для детей. Площадка, хорошо. Да? Ну, что, полазить, он даже взрослый уже лезет. Посмотреть, что и как. А, с ребенком, с маленьким. Сам не идет, наверное. Параллельно закрыли, перенесли. А вот это вот, конечно, плохо, что карамельку закрыли. Хорошее было, удобное детское кафе «Карамелька». А теперь здесь поставили два теннисных стола. А «Карамельку» перенесли в основной кондитерский зал. Кафе-кондитерский. Да, кафе-кондитерский туда перенесли. Ну, там ассортимент уже, естественно, поменьше. Как-то мы посмотрели, не очень. Нет, и получается... Они разделили, то в кафешке здесь были все сладости разные, соки, мороженое, попкорн, а там этого что-то есть, но другое. Мороженое стало другое, не такое. Ну и получается, то, опять же, то, если здесь долго находиться, вот на этой территории, то тогда вам негде будет так было хорошо, не попить кофе, ни соков, ничего, и даже не перекусить того же попкорна. Там придется идти на основную площадку. На основную площадку и там уже что-то брать, поесть. И нести, или нести сюда, потом оттуда сюда. Ну, неудобно. В общем. Вот фотозона. Да, креативчик. Ассортимент номеров в Алиане, вот такие кровати, кроватные тумбочки. Пойдем там, пройдемте. Прогуляемся. Здесь большой теннис. Ну, большой теннис, как я понимаю, всегда что-то тут. Подожди. График работы теннисного корта ежедневно с 7 до 21. Корпус Шато. Симпатичная зона отдыха. С качельками. Беседки, подвесные лавочки такие. Ну, я говорю, что здесь неудобно, только это то, что тебе карамельку убрали, надо бежать туда. С собой только брать. Или с собой брать. Сразу думать. Вот сегодня у нас фигурки уже все стоят на месте. Шахматные. Но зато здесь тихо, мирно и спокойно. Да? Угу. Потому что вся анимация в основном идет там, на той территории. Там огород не пойдет? Вот там у нас огород. О, это. Птички там. И птички. В этом корпусе. Ну да, что-то такое. Мне кажется, когда спортсмены, еще что-то такое. Да нет, летом-то, может быть, его и заселят, когда будет много. Вот вторая парковка большая. Тоже забита.
Ну, не совсем. Но все равно машин много. Это здесь у нас детский клуб. Вот этот от 4 и также в этом корпусе еще находится компьютерный клуб. Если туда вот идти, там у нас будет компьютерный клуб. Здесь у нас детский клуб для детей от 4 до 7, с 10 до 21.30. Перерыв с 12.30 до 15.00, с 18.00 до 19.00. Вход в детский клуб как с того, с той территории и с этой территории. В общем, есть у вас. Ну, а здесь кошкин дом. Вот один хочет попасть туда и никак не получается, да, Жан? А ты посмотри, там уже эта дырка есть. Ну вот, в общем-то, мы практически обошли всю территорию. Давай несу. Он туда хотел идти. Ну, хотел и хотел. Ну ты его туда запустила. Здесь вот тоже садик, зона отдыха. Садик, зона отдыха. Приятная зона отдыха. Беседочки, там беседочка. Здесь такая большая беседочка. Зон для отдыха много. Как пойдем здесь? Ну вот, в общем-то, и все. И вот уже наш корпус, где мы проживаем. Все, пришли.
Ну а мы с вами сейчас чуть-чуть еще пройдемся. Это у нас сцена. Там у нас бар. Там также можно поесть, закусить, выпить. Этот бар у нас платный слева, который сразу прямо у бассейна. И вот это вот бассейн с ротондой, он подогреваемый. Дети купаются. Взрослые тоже. Вот вроде бы и все, вот вроде бы и вся территория. В этом отеле курение в строго возведенных местах. Стоят вот такие беседочки, курилочки. В определенных местах они стоят, не везде. Их не так и много. Для этих корпусов, для крайних и для средних, все хорошо. А вот там, где мы располагаемся, там вот ближайшей курилки нет. Ну, территорию вы сами видите. Такая зеленая, ухоженная. To fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Китайский дворик ночью. А что ты туда пошла, Жан? Ну я здесь пройду. Вот так вот он выглядит ночью. Китайский дворик.
Там кошкин дом. Здесь, как мы понимаем, видите, тоже все подсвечивается. Ветер стих после дождя. Детский клуб Вики-Чики. Сейчас пойдем посмотрим. На той территории подсвечивается что-нибудь? Ну, прошел дождик, батуты сдули. Этот корпус, в общем-то, пока еще не заселили. Света в окне нету, в окнах света нет. Где детская площадка, вот такая вот иллюминация. В общем, вот такой вот ночной отель Ален Ривьера.